Концерт тогда провален. Олег настолько сгустил краски, что можно подумать, что без меня в проекте вообще ничего не происходит. Я сейчас покраснею. Мне кажется, что отлично. Thank you.
В кантри, вот, если кто знает, он называется «Когда святыни маршируют».
Пошел стол заказа русского радио. Женя Кэшин. Нет, если можно. Не, ни в коем случае, я вообще не знаю, кто это Женя Кэшин. Михайло. Вот, уже пошел Михайло. Нет, ребят, нет. Передавайте записки. Если 26 февраля вдруг у вас не будет повода для того, чтобы поднять рюмочку или бокал, да, имейте в виду, 26 февраля день рождения Джонни Кэша. Немного сменим настроение. На очереди у нас канадский исполнитель Нил Янг. Такое холодное канадское кантри, прямо как у нас зимой.
Ходит по улицам городов избранник.